Здравствуйте, друзья! Закончили еще один объект. Объект находится в Кемене, город Кемин. Дом 140 квадратных метров. Здесь мы заходим в котельную сразу. Установили твердотопливный котел Битерм, Кыргызстан номер один. Так у нас выглядит. Три подачи, три обратки. Первый контур лучевая, второй теплый пол, третий контур косвенный бойлер. Первый этаж, везде теплые полы. Здесь санузел. Один большой зал. Да, здесь три контура теплого пола. Это у нас заказчик, зовут его Иралы. Давайте посмотрим на коллектор. Коллектор находится под лестницей. Дальше поднимемся на второй этаж. На втором этаже лучевая система. Лучевая система на 7 выходов. На втором этаже везде батареи. Сегодня 6 июня закрутили этот объект. Сдаем. Теперь комментарий или отзыв от заказчика. Сказать ребятам за техники большое спасибо. Закончили вовремя. Я работаю доволен, очень молодцы, заказываю работу у них. Всем хорошего дня. Всем спасибо.